Город Тулун практически полностью оказался под водой после масштабного наводнения в Иркутской области. Из него эвакуировали более 1500 жителей. В Тулуне из-за наводнения перекрывают федеральную трассу, Нижнеудинск остается без света. По данным МЧС, за сутки вода освободила более чем сотню домов в Тулуне. Самый многочисленный десант в Тулун направила молодая гвардия. Группа из 160 человек приехала в регион на поезде. Вагоны для этого выделила РЖД по просьбе «Единой России». Мы написали призыв в социальных сетях, у нас буквально сотни звонков, СМС, там раздавалось о том, что все хотят поехать. Я узнал это из новостей, и я посчитал, что просто необходимо поехать, помочь. Я захотел быть полезным, действительно быть полезным, как человек человеку. Ребят было много, эти условия, они очень сильно сближают людей. И когда мы уехали уже обратно, мы были сплоченный коллектив. 83 человека в двух вагонах, и ты едешь... Не знаешь, куда. Ехал с чувством чего-то неизвестного. Дом на машине. Люди жили, пока их не сняли, на крыше. Там увидели весь масштаб бедствий, дома разрушены. Ты видишь, что творится на улицах? Это гаражи, которые вынесла вода, теплицы, будки собачьи, где бегают собаки. И такой думаешь, ну, это жесть, просто жесть. Было самым сложным это первые 3 дня по... когда ты не знал, что там дальше. Там стоял уровень воды, для понимания, на высоте 3-го этажа. Там валялось все, начиная от заборов, колес, машин. Это вода стоит. Да, по первой ступеньке, глубина здесь 2,5 метра, под поле, я имею в виду самого. Все мысли отпадают сразу, и ты понимаешь, что... Нужно начать с чего-то. Молодогвардейцы участвуют в том числе в разборе завалов. Работают группами по 20 человек. Сегодня из школы выносили линолеумы, парты, стулья, там все, что подтопило. Мусор из пострадавших от паводка районов вывозят практически круглосуточно, пока в городе остаются потопленными 200 с лишним жилых домов. Жить нет, нам бы ничего не надо, нам бы... Где бы прожить? У нас ничего нет. У нас все уничтожено. В конце концов, мы сделали более 200 машин, самосвалов мусора. Мусор – это их дома. И мы оказали более 1700 адресной помощи. И вот спустя вот несколько дней, когда первая улица, улица Спортивная, была расчищена от завалов, там реально началась, хоть и небольшая, но жизнь, первое наше достижение, да, та точка невозврата. Я ощущал себя простым человеком, который... должен быть сейчас там и должен быть нужным. Скорее всего, себя ощущал как маленький человечек, который приехал в первую очередь помогать людям. Я понимал, куда я еду в целом. Да, я чего-то, может, не ожидал, но разговаривая с теми людьми, у которых сейчас была реальная, нормальная, обычная жизнь, как у любого из нас, а сейчас ее просто не стало, и ты понимаешь, что твои проблемы, они решаемы. То, что произошло в Тулуне, это, конечно, очень печально, потому что многие копили всю жизнь, чтобы построить себе дом, чтобы жить в нем, чтобы в нем жили дети, внуки и последующие поколения. Очень было сильно обидно за них, что многих дома просто посносило. Спасибо огромное всем, что людям помогли. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Да, о чем речь, я же вам обещал, я сделал. Я стал добрее от увиденного. Многое, что меняется у тебя в голове, и ты понимаешь, что все эти дорогие вещи, они могут в один момент исчезнуть. Молодцы! Молодцы! Молодцы!